Здравствуйте, с вами Мир Кунг-Фу и Мастер Шао. Я приветствую вас на нашем канале, и мы продолжаем беседу о том, что же такое Кунг-Фу. Я хочу изменить ваше мнение об этом очень серьезно, потому что большинство людей представлениями только из фильмов, из каких-нибудь шоу, передач или программ. На самом деле Кунг-Фу позволяет вам быть здоровыми, сильными, ловкими, совершенствовать себя не только в телесных практиках, но и работы с сознанием. Кунг-фу никаким образом не относится к спортивным техникам, не соединяйте его с ушу или другими боевыми искусствами. Кунг-фу было создано мастерами с одной целью – здоровье и долголетие. И поэтому основная цель, которую мы преследуем, преподавая вам, это здоровье и долголетие. Боевыми искусствами мы знакомим, и это определенный класс. Класс воинов, которые готовятся именно как воины. Поэтому приходите в наши классы с настоящим кунг-фу с монастыря Лафушом 16 века на наших занятиях. До новых встреч. С вами Мастер Шао.